Сегодня, 23 февраля, в канун Дня независимости Эстонии, в Центре культуры Силламяе состоялся торжественный прием в честь 103-й годовщины Эстонии, а также прошла церемония вручения благодарственных писем из рук первых лиц города. В этом году мероприятие проходило в необычном формате. Оно проходило без гостей и в формате онлайн. Всех с наступающим праздником, Днем независимости Эстонии, 103-я годовщина этого замечательного праздника. И такое награждение, оно традиционное для города, но формат был необычный, потому что в данной ситуации сейчас мы предпочли ограничить количество участников, и в зале были только те, кому вручали награды от города, это учителя и, так сказать, достойные жители, работники нашего города, также их руководители и самые близкие люди, самый близкий круг. Так что в любом случае, благодаря силламяйскому телевидению, эту церемонию смогли увидеть и те, которые не присутствовали здесь физически. Ну, что делать, как бы, пока мы не преодолеем этот вирус, будем искать и находить новые методы и новые форматы для мероприятий. И я думаю, что в итоге все равно мы победим. Так что все будет хорошо. И еще раз всех с наступающим праздником. Завтра ждем всех в 7 утра на площади перед городским собранием, где в 7:20 будет поднят флаг Эстонской Республики с праздником. В рамках торжественного приема наградили учителей городских школ, педагогов детских садов, работников центров по интересам, сотрудников попечительского учреждения «Сюгис», детского попечительского учреждения «Лотус» и медработников целевого учреждения «Силламяевская больница». Ой, немножко не готов, конечно. Что хочется сказать? Всегда немножко волнительно. Есть гордость. Гордость за выполненную работу. Хочется сказать и поблагодарить, что мои достижения – это не только мои достижения, это достижения коллектива и людей, с которыми я работаю. Спасибо всем тем, кто вовремя подал идею, помог, поддержал. Хочу сказать, что весьма приятно, конечно, такая награда, знаете, быть полезной обществу, я не знаю, что еще лучше может быть. Мы же ведь живем, чтобы делать добро людям, чтобы, знаете, ну, помогать людям, те, которые сами себе помочь не могут. Так что я очень благодарна начальству, которое нас всех собрало, и, ну, мы ощутили атмосферу праздника, потому что, вы знаете, работа у нас, честно говоря, ну, такая непростая, вот, и то, что мы здесь ощутили вот эту всю атмосферу, отдохнули, я очень признательна. Большое спасибо. В концертной программе мероприятия принимали участие танцевальные и вокальные коллективы Центра культуры Силламяе. Команда ЕСН-ТВ присоединяется к поздравлениям. Следите за последними новостями на городском сайте.